Под пристальным вниманием март автомобильный рынок. Поводом для проверки послужила информация о значительном росте цен на машины. Сейчас министерство проверяет сложившуюся ситуацию на наличие нарушений. И в случае выявления таких признаков будет начато антимонопольное расследование. Беларусь работает над внедрением 5G. Уже определены частоты, на которых будет функционировать технология. Детально прорабатываются конкретные сферы применения. Не только качество связи, но и развитие мониторинга, транспорта, сельского хозяйства, торговли и медицины. На все про все специалистам понадобится 5 лет. В Беларуси проходит неделя лесом. Принять участие в кампании может каждый желающий. Для этого необходимо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Волонтеров обеспечат посадочным материалом и инвентарем. В 2022-м акция посвящена году исторической памяти. Бобруйчан приглашают поучаствовать в благотворительной акции «Пасхальный дар». Она пройдет 15-16 апреля в торговом центре «Техас» с 12.00 до 19.00. Движение направлено на сбор средств для подарков, которые вручат сиротам, инвалидам, одиноким и бездомным. Хоккейный клуб «Бобруйск» ищет девушек в группу поддержки. Требования для черлидерш – возраст 14+, рост 160-170, приятная внешность, умение работать в команде и наличие танцевальной подготовки. Все вопросы по телефону плюс 375-33-379-2701 или в личное сообщение сети Instagram.